Звук «р» является самым сложным, в принципе, для произнесения детьми. Выполняем следующим образом. Ставим язык за верхними зубами. На бугорочке за верхними зубами, называются они альвеолы, можно их нащупать языком. На небе. Вон там они находятся. Язык у нас должен быть расслабленным, то есть вот такой вот как бы блинчиком, широкий расслабленный язык. И сильно-сильно подули на кончик языка в том положении. С детьми он произносится от звука «д» сначала.